Так, ребятки, привет. Вот рылся тут немного, наводил порядки на даче и нашел такой старый, когда-то давно выкорчевали пропавший персик, старый корч из корня. Уже хотел вроде бы его и разрубить, спалить, на шашлык пустить или куда. Потом обпилил все его корешки высохшие. И остался вот такой ствол коренной, самый у подножья. Вот. Не знаю, думал. Я его все-таки не буду палить. А вот придумаю что-то я типа... держатель для мобильного телефона, для смартфона. Вот. Попробую вот так вот здесь выберу еще. Тут подберу так немножко. И вот он будет вставляться. Просмотр там фильма. Вот. Ставим его вот так вот где-то вот. Опа! И посмотрим, что у нас получится. Ну, быстро не обещаю. Просто хотел поделиться такой вот, можно сказать, находкой, заготовкой. Будем что-то думать. Может, у кого есть советы. Что еще можно придумать из вот подобной заготовки. Я сейчас ее еще обработаю, отпилю немножко. Ну вот, такой столбик получается. Вот. Может, есть какие у кого идеи, а можно просто сделать оформление такое. Но я пока что остановлюсь на идее держателя для мобильного телефона. И вот он ставится, допустим, так. Вот. И тут мобильный телефон сюда раз. И смотрим фильмы, там видео, YouTube видео, ролики и так далее. Но мне просто интересно, а вдруг я изменю свое мнение и прислушаюсь к вашему. Пишите, комментируйте, заходите, подписывайтесь, жмите колокольчик, лайкайте. Дача мечты всегда с вами. Обсуждаем наш персиковый столбик. Жду ваших идей. Спасибо.